Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Любителям природы приходится нелегко в условиях современных мегаполисов, когда основное место вокруг многоэтажных домов занимают не клумбы, а транспортные средства. Их настолько много, что приходится организовывать многоярусные паркинги. Но находчивые люди нашли способ приблизить живую природу без необходимости отвоевывать территорию автомобилей. Одному мужчине пришла мысль изменить дизайн своего фасада. На первых порах стены имели довольно непривлекательный вид. Можно даже сказать, что они напоминали по виду штукатурку в виде предметов сантехники. Но когда прошел первый весенний дождь, всем соседям захотелось повторить идею, потому что из стен дома начали расти цветы. Странное изобретение приобрело рациональный смысл и превратилось в объект желания многих людей, живущих неподалеку. Создатели такого вида фасадной плитки из армированного стекловолокна говорят, что на этих стенах можно успешно выращивать даже зелень, чтобы потом употреблять в пищу. Для успешного выхода лишней влаги предусмотрено наличие дренажной системы в каждой из емкостей. Остатки воды просто будут стекать по стене в специально предусмотренных для этой цели изготовителями желобах. Эту идею уже начали успешно использовать жители густонаселенных городов, ведь далеко не каждому из них удается приобрести дачный участок, где можно разводить растения. А вот такие настенные клумбы довольно неприхотливы в уходе. Они отлично подойдут для украшения частных и многоквартирных домов в период, когда нет морозов. Растения садят в выемки. Фасад дома, украшенный живой зеленью и цветами, выглядит не только необычно и оригинально, но и довольно уютно. Остается только поливать растения и ухаживать за ними, чтобы они отблагодарили своих хозяев за приложенные усилия. А хотел бы ты такую стену у себя дома? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.